Кажется, еще вчера эти юноши и девушки впервые переступили порог Брестского государственного университета имени Пушкина. И такие привычные аудитории, учебные кабинеты и читальные залы были для них новыми и неизведанными. А уже сегодня они пришли на торжественную линейку, где прозвенит последний звонок. Все, вероятно, помнят и свое студенчество, и школьные годы. И всегда, когда человек оканчивает либо школу, либо университет, конечно же, очень знаковым является последний звонок. Конечно, хочется пожелать всем нашим выпускникам успешно сдать госэкзамены, получить дипломы и в августе приступить к работе уже в качестве специалиста. Дорогие ребята, в добрый путь! Семьсот 56 белорусов и 96 иностранных студентов в этом году покинут ставшие родными за эти годы стены. Ну а сейчас настало время попрощаться, поблагодарить за полученные знания и услышать в свой адрес множество теплых слов. Я приехал из Туркменистана. Я поступил в 2017 году в Брестский государственный университет имени Пушкина на факультет иностранных языков. 4 года очень пролетели очень быстро, но они остались воспоминаниями, яркими моментами. Очень благодарен своему университету за предоставленное образование, хорошее образование. Также за преподавателей, которые внесли свой вклад, за их понимание, поддержку. Они учили нас не сдаваться, верить в себя. Также они, каждый из них был хорошим примером. Настоящее служение своему делу. Бывает очень трудно, когда приезжаешь в чужую страну, освоиться, но благодаря университету, руководству они смогли это сделать, и для нас это мы были окружены теплом и заботой. Во время учебы так хотелось поскорее отправиться во взрослую самостоятельную жизнь, получить высшее образование и забыть об экзаменах курсовых и дипломных. Но время пролетело незаметно, и когда этот день наступил, пришло осознание, что именно здесь, с трудностями учебы, они оставляют одни из самых насыщенных и ярких периодов в своей жизни. Я проучилась на географическом факультете 3 года. На самом деле это было незабываемые 3 года. Очень талантливые наши преподаватели. Хорошая дружная команда именно географического факультета. Мы были как большая семья. Столько прошло различных мероприятий, и они нас сплочали. Хочется большое спасибо сказать моему декану, это Абрамовой Ирине Васильевне, и заместителю декана по воспитательной работе, это Федоровой Инне Леонидовне, за то, что они всегда нас поддерживали, за то, что они всегда нас направляли на какой-то правильный путь, чтобы покорять профессиональные вершины. Ну и, конечно же, спасибо всем нашим преподавателям географического факультета, что сделали нас такими, какими мы есть сейчас. Студенческие годы для меня это, наверное, самое лучшее и самое золотое время. И я искренне надеюсь, что я на всю жизнь их запомню, потому что это море возможностей, это много знакомств. И самое главное, что в университете я получила не только профессию, я нашла настоящих друзей, с которыми мы будем идти в этой дороге вместе. И спасибо большое это преподавателям университета, потому что это их заслуга, что мы сегодня все стоим здесь за то, что мы скоро получим наши дипломы, потому что они вложили в нас очень много сил, терпения. За это им большое спасибо. Впереди этих талантливых юношей и девушек ждет новый этап самореализации и покорения профессиональных вершин. И несмотря на то, что прозвенел последний звонок, двери родного университета для них всегда остаются открытыми.